Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Comment Buy. На этот объект я поставил дымоходы и буду в дальнейшем их монтировать. Решил снять видео с описанием. Блоки очень давно на рынке, хорошо себя зарекомендовали. Производитель Дания, компания Шидель, выпускается под следующим названием Изокер. Что такое Изокер? Это вулканическая порода, вулканическая пемза, плюс добавляют какой-то секретный волшебный цемент. Затем формируют через пресс-форму определенные, и получается на выходе вот такой вот брикетик. Что он из себя представляет? Это блок. Сейчас перед вами диаметр 160. Также они выпускаются в 200 модификации. Еще под заказ можно привести 250, 300 и 350 диаметра. Кому интересно, можете зайти на сайт Шидель UK, увидеть эти блоки, они идут видоизмененные, еще идет внутренняя вставка дополнительная. Именно этот блок размер 36 на 36, высота 25 сантиметров, вес 24 килограмма. То есть на 1 метр необходимо 4 блока. Между ними вот это основное тело, и между блоком еще воздушная подушка, воздушное пространство. И вот здесь вот отверстия, которые можно использовать для как закладные, то есть арматуру можете вставлять для того, чтобы дымоход стоял надежно, ровно. Вот это стандартная комплектация. Что входит вообще в стандартную комплектацию дымоходов? Объясняю. В первую очередь сами блоки, затем клей, который необходим для монтажа. И вот такой вот пакет для того, чтобы можно было клей выдавливать и крепить между собой блоки. Ревизионная дверца. Вот здесь сейчас я только привез, не буду распаковывать картонку и целлофан. Там будет красивая лейба Шидель, которая говорит о том, что продукция фирменная. Потому что на рынке очень много встречается людей. Я в свое время, когда на рынке стоял, если люди покупают блоки, в дальнейшем просто берут прочистную дверцу обычную и монтируют ее. Конечно, такой закладной нету, она ставится вот сюда, и сюда уже вставляется дверца. Почему вставляют обычную чугунную дверцу? Потому что она в раз в 10 дешевле, чем вот эта вот родная шидельская. Но покупая такой дымоход, я сторонник все-таки того, чтобы продукция была фирменная. Делайте выбор сами, что вам монтировать. Но снова же, я за сторонник того, чтобы продавать, если есть полный комплект, значит, надо покупать полный комплект. И в конце ставится такая покрывная плита. Здесь ставить ставочку и грибок. Это необходимо, потому что влага будет впитываться в сам блок. Этот блок не любит попадания влаги. И поэтому, когда вы выводите на улицу, либо я вывожу на улицу, и обязательно его зашиваю. То есть его надо либо металлом зашивать, либо штукатурить, но он должен быть защищен. Это 100%, потому что, увидите, да, у него пористость очень большая, вот этот блок, он мокрый. Думаю, обязательно их надо защищать. Дымоходы Изокер – это замена кирпичной кладки. У него очень большое преимущество есть то, что вы можете в течение дня поставить весь дымоход. Да, это дороже, чем кирпичная кладка. Но учтите, если вы для теплового агрегата, который работает в сухом режиме, поставите кирпичную кладку плюс загильзуете, какая стоимость выйдет? Надо считать. Обязательно. Когда затеяли строительство бани либо дома, обязательно просчитывайте несколько вариантов. Это необходимо знать, за что стоит переплачивать, за что не стоит. И с точки зрения пожарной безопасности, основное назначение блока – это в дымоходах, под печь-камин, под камин и под банные печки. Почему именно под них, объясняю, потому что эти блоки должны работать только в сухом режиме. Если кто смотрит это видео и не знает, то в системах дымоудаления дымоходы по назначению делятся на те, которые работают во влажном режиме, и те, которые работают в сухом режиме. Поэтому здесь именно вот эта продукция работает только в сухом режиме. И с точки зрения безопасности пожарной, это один из самых безопасных дымоходов, который я встречал. Почему? Потому что смотрите, на каждом палете, когда вы покупаете, идет вот такая вот надпись Изокер NIM T400N1 D3G0. Самый важный показатель – это вот этот вот первый T400. Говорит о том, что температура, которая применяется, этот дымоход внутри дымохода
400 градусов. От этого две цифры 0,0 говорит о том, что вы горючие материалы можете соприкасаться вплотную к блоку. Но не надо забывать, что Т-400, а температура испытания идет Т-500, то есть 500 градусов испытывается дымоход. Также нижняя аббревиатура Т-600, температура 600 градусов, N1, D3, G50. То есть вот показатели, которые нам самые важные. Т-600, все, максимум. Нет больше Т-800, Т-800, Т-900. Т-600 – это максимальная температура испытания дымоходов. Это очень хороший показатель с учетом 5 сантиметров до горючего материала. Ну, супер. Это, говорю, с точки зрения пожарной безопасности, это один из лучших дымоходов. Все, именно этот дымоход я буду монтировать под банную печку. Покажу это все в следующем видео. Посмотрите и расскажу, какие я варианты предлагал заказчику и к чему мы пришли. Потому что изначально вообще здесь, на этом объекте, я очень много вариантов считал дымоходов, потому что первая задача перед мной стояла поставить безопасный дымоход для банной печи и второй для камина, для топки. Хотели объединять. Ладно, все. Об этом в следующем видео. Все дымоходы компании Шидель вы можете купить у меня. Цены на них в Республике Беларусь одинаковые у всех. Этот блок стоит 23 евро. Поэтому можете даже дешевле не искать. Еще раз повторяю, цены в Республике Беларусь на данную систему дымоудаления у всех одинаковые. Почему работают со мной? Объясню. Потому что вы экономите свое время. Я вам привожу блоки. И я могу их монтировать. Вот основное преимущество, почему со мной люди работают. Не надо искать подрядные организации, не надо искать перевозчиков, кто вам их привезет. Все делаю я. Все, покупайте у меня дымоходы Шидель, Шидель Изакер, звоните, консультируйтесь. Всем хорошего настроения, с вами был Дмитрий Михайлов. Comment by, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте, что я за безопасные дымоходы и за правильный монтаж. Пока!